что ты будешь делать-то с тобой? Геймпад замыкает или чё, не пойму. Геймпад, геймпад, ты что делаешь? Геймпад замыкает или чё, не пойму. Так, у меня тут, ребята, стрим перезапустился. У кого не идет стрим, перезапустите страницу. Перезагрузите ее. В лигу сыграть, а не компьютер против игрока. Нормально. Просто поражаюсь. Я сегодня, наверное, в лигу не поиграю. Какие там. Джойстик уже вышел из строя, точнее геймпад ответ, то ли я что-то догоняю. Запуск. Давайте сразу туда уже. Лига. Лигу. Новая игра. Фух, кого бы выбрать? Ну давайте этими же чуваками. Понравились мне. Ну, как правило, когда играешь в чемпионат, вот эти лиги первой команды, они идут легкие. Потом уже постепенно тяжелее. Назовем этих чуваков Харконнами, красными вампирами. Вы чё, наглецы какие. Нехило, нехило атакуют, они на нормале смотрят. Отлично. Успел пробить, да еще и отлупили под конец. Так, давайте, может я успею пробить свой... Знаменитый удар не дали пробить. Ну вот вообще наглые такие. Наглые чувачки. Давай. Отлично. Пробил им гол. Ну, так интересно. Я не был готов к такому удару.
Красные вампиры. Попробуйте догнать меня. Давай, давай. Нет, он не дал мне пробить все. А, извините. Да дайте мне пас дать своему чуваку. Игроку. Надо, короче, вас лупить клюшкой своей. Да что такое-то? Запнулся. Оппонента. Вот гады. Что он дает, а? Выкрутасы делает. Та-ри-та-та-там. Давай, чувак, надо забивать. Отлично. Пробил свой знаменитый удар под правую перекладину. Затусили меня там. Что такое, не дай проходу и все. Вот гляньте, а. Какие наглые красные вампиры. Харконненские морды. Да, это уже мне пас. Ой, чё ж они там творят? Иди с меня нахрен с пляжа, короче. Под конец воздуху подкинул. Знаменитый гол. Так, сейчас, ребятки.
Надо кое-что проверить. А не это. Вы поверите, чат загрузился на кибергейме. Квест. Твистик. Сейчас проверим тут. Нет, не приходит сообщение. А не приходит сообщение. Ладно. Жалко. Не вопросы. Так, ладно, продолжаем дальше. Ну, пробили свой не пирующийся удар вратарем. Вот, отлично, как классно вообще. Одновременно практически. Воздух подкинули. Кто не знает, вначале бьете вот на Б, удар наносить, им же на Б делать пас своему. Ну, игроку, который ваш в вашей команде. На удары делать. То есть вначале на Б бьете, а потом уже А удерживаете, он воздух вот так вот пооткидывает. Компьютера. О, может мне дадут сейчас пробить? Нет, не дали. Сказали, иди-ка ты отсюда, чувак. Не стой перед нами. Это опять. Говорят, гуляй, Вася. Да что такое? Отлично. Красивый гол был. Ой, гады. Еще и пробили гол. Гады. Красные вампиры. Вратарь у них, видимо, слабенький. Пробить гол хорошо ему. Хотел катать. Лично. Этот чувак вообще меня удивляет. Не перестает, точнее, удивлять. Мой оппонент. Улупит их. Еще драка. Шатал. Давай.
отлично. Пробил, гол. Давай, чувак, пробиваем гол. Каруселька. Не получилось у нас карусель. Карусель, карусель. Да что такое-то? Отлично, одновременно их почти отлупили. И может. Ну, давай, давай. Красава. Вот он сейчас гол пробил. Комп. Хорош. Давай. Ну ты что? А я тебе вот отлупил. Давай. Штаны сняли с него. С моего этого. Сокоманник, короче. Офигеть, компьютер. 89 ударов поворотом. Ну, только 66 сделали. В этом периоде. А, точнее, во втором. Галя. Все-таки забил. Та-ри-та-та-там, та-ри-та-та-там. Так, сейчас, ребят, я посмотрю чатик. Пишут нам, не пишут там. Нет, никто не пишет. Ну что такое-то, ребят? Ну, посмотрим, вообще наглели. Давай, давай! Отлично, ну неужели я своим игроком пробил этот супершот? Сделал. Да что такое, запинаюсь за эти ворота и все.
Давай, чувак. Бей. Пробивай, ну, супер удар. ТПК, да? Дает пробить все. Отлично. Пробью красным вампиром гол. Давай, давай, чувак, давай, давай, давай. Бум. 12-4. 12-4. Долго, да? Дают пробить все. Мой сокомандник. Драка, 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 драка. Ах ты гад. Забил гол. Мочил гол. Да что такое? Как я так промазал-то? Отлично. 14-4, это какой разрыв по счету. Приличный. Да. Вот ты гада. Да ты чё, меня там отлупили, но вы... Так нечестно. Это за то, что ты меня отлупил. Ой, какой интересный гол был. Интересный гол. Гада. Очеркаем, очеркаем. 52. Удар поворотом 7. Поинт стоит.
знает, что такое. D3. Надо это записать. Значит, тоже коды, когда я проходил игру, эту записывал коды на нее. D3. Ладно, продолжим. Синие против нас. Синие чувачки. Наглый ты глянь, а. Открывает первый счет. Это плохо. Это очень плохо. Что такое-то? Да куда ты паста даешь? Надо срочно забивать. Что такое-то? Ой, извините. Ребята, извините. Отлично. 1-1. Забили голым. Кода. Отлично. Еще один гол. Вратарь даже не ожидал. Опа. Надо супершот пробивать ему. Гады. Не дают, и все. Пробить. Не дают. Иди отсюда с пляжа. Ледяной пляж. Кто-нибудь, дорогие друзья, видел ледяной пляж? 2-2. 2-2. Кто мог подумать, а? Попрыгунчик какой, а? Ха-ха. А, нет. Надо супергол забивать. Оп. Вот не дают и все, это глянь.
она перкотами. Вот его подкидываем за ворота туда. Ой, тройное фитало тебе ему сделали. Фаталити, да. Я перкот ему. Давай, отлично. Под конец первого периода забили еще один гол. Под конец забили гол. Не хватило еще на один. Давай его клюкой своей. Клюшкой. Что такое, не дают и все. Наглые. Прошбили мне гол. Пробили гол. На, получи. Пробили гол. Отлично. 6-3. Интересно. Каким счетом мы их разгромим? А что такое-то? Еще меня отлупило от вратаря. Перкоты те. Отлично.
Отлично, как-то интересно получилось. Чарли, мой друг с команды забил. Ой, ударил, потом я как-то интересно по нему забил. Ну, как же так? Так, ребята, сейчас я проверю трансляцию. Идет, нет, она у нас. Идет. Так, кибери. Так, кибери. Сами знаете, какой у меня интернет. Ну, точно не все знают. Бывает вырубает. Да что такое-то? Давай, давай, тащи, тащи, чувак. Эх. Всех, ну, отлупасили. Чуваков из команды наш. Какой же он жестокий этот мой оппонент из игры. Точнее. Не смогу его убить. Упасть, точнее. Кнопки залипает. Дружище из команды с моей. Ничего, мне тут вратарь выписывает. Прыжки. На, получи. Как это прикольно было. Это подсечку не делал. Драка. Давай, давай, давай. Да, есть. Еще одна драка. Да что такое? Сегодня день драк какой-то у них. То один, то второй, то пятый. Отлично, какой красивый гол был. Вратаря прям под душами шайба просвистела. В шоке такой остался. Еще одна драка, да что такое? Давай, 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 отлично. Пас не успеваю своему отдавать игроку. Ну что-то они вообще расслабились. Никакущие какие-то стали. Напомню, дорогие друзья, играя игрушку старую, которую у меня картридж был. Есть, наверное, до сих пор. Надо поискать только дома. Называется игрушка «Единый удар» вроде, или как-то так. Hit the ice. Вот, написано правильное название игры. Hit the ice. Года. Ах, не успел. Ну-ка, сколько там ударов поворот? 69 наших. 59 ударов.
Надо поднапрячься. Еще. Слышь, опять осьминога кинули. Ты глянь, а. О, вратарь, молодец. Еще и добил его. На меня там осьминога кинули. Я там занят был. Снимал себя. Ну вот. Расслабились. Расслабились. Друзья, товарищи. Да ты. Вот гад. Отлупил моего. Но успел под конец поймать. Саль. Типа. Прыжок небольшущий черепахи сделал. Ха-ха-ха. Вот что творится-то. Да кого заманю, кого. Нет. Главное, на них вот этот осьминог не влияет. Ну зачем по моему-то бить? Гляньте, а. Иди с пляжа. Давай! Жалко, вратаря не вырубает. Короба была бы прикольно. Урод зол, но видите, уже все порваны. Психанул наш дружок с команды моей. Решил пробить. Хорош. Как он их раскидал там вообще? По-детски. Да. Забили все-таки, а. Все-таки забили свой очередной гол. 11-5 в мою пользу. Продолжает синие. Давай, 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 давай. Нет, нет, нет. Отлично. Дай пас. Давай им супершот еще попробуем забить. Ну. Давай, чувак, давай, 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 давай. Отлично. Гоу.
зараза. Ой, уйдите, уйдите, уйдите. С моей дороги. Ну опять драк. Я просто не успеваю его отлупить. Он меня вообще жванает сильно. Не успеваю. Давай, чувак, на, попробуй сейчас супершот пробить. Давай. Эх ты. Ах ты, ничего себе. Не... Красавец пробил с такого расстояния. Красавец, красавец. Да что такое-то? Одновременно их отлупили. Ох, интересно, интересно. Так. Сколько мы тут? Нафиговал. Ударов по воротам 46. Это 58. Ну так почти голы его все были. На пароль записать. 2e03. Так, ну я думаю, мы на сегодня остановимся. В следующий раз продолжим с этой же, с этого же пароля проходить лигу под названием Ледяной удар. Если я правильно, конечно, говорю. Надеюсь, вам понравился стрим. Заранее извиняюсь за неожиданное отключение стрима. Такое было у вас. Вот. Клавишу случайно поменял сет. Ну что ж, с вами был Ермак. Ермак был с вами. Как говорится, играйте с Сегу. Но не забывайте про реальный мир. Всем до встречи. Всем пока.